Долго собирал и хотел передать по наследству, но не получилось. Москвич Давид Давтян рассказал об украденной коллекции часов, которые он сам оценил 86 миллионов рублей. По словам Давтяна, там были хронометры, подаренные еще его отцу, ну а сам он начал собирать коллекцию с 90-х годов. Потерпевший уверен, воры действовали по наводке, причем сделали все буквально за час. Давтян горюет, ведь он хотел оставить эту коллекцию своим детям. Ну, кстати, бизнесмен является владельцем консалтинговой компании с уставным капиталом всего в 10 тысяч рублей. Лайф узнала, какие часы, среди прочего, украли из квартиры столичного бизнесмена. Ну, это, к примеру, золотые часы марки Ublo Big Bang, целых 6 штук. Стоимость каждой минимум 2 миллиона рублей. Далее, золотые часы Breguet Tourbillon за 15 миллионов рублей. Ну и звезда коллекции этой часовой. Золотые Patek Philippe Sky Moon Tourbillon. Их цена более 35 миллионов. Про Patek Philippe стоит рассказать поподробнее. Ну, во-первых, механизм турбион, он работает от земной гравитации, поэтому часы не требуют подзавода. Это самые точные часы в мире и, конечно, самые дорогие. Одна из моделей Patek Philippe была продана на аукционе в Швейцарии почти за 24 миллиона долларов. Это почти 1,5 миллиарда рублей. Так что экземпляр, украденный у Давида Давтяна, на этом фоне выглядит довольно скромно и дешево, если можно так сказать. Тем не менее, и его самые точные часы имеют сразу несколько эксклюзивных особенностей. Но одна из них – это второй циферблат на обратной стороне часов. На нем изображена видимая сфера звездного неба. Также они показывают фазы Луны и оснащены репетиром, которым звуком указывает точное время. Это довольно удобная функция в темноте. Давтян стал пострадавшим в самой крупной квартирной краже в Москве за последние 2 года. Из его квартиры в Большом Власьевском переулке, это, кстати, самый центр столицы, воры в конце ноября вынесли коллекцию часов, ну, как заявлено, на 86 миллионов рублей. Это оценка самого пострадавшего. Ну, хотя при продаже за рубежом, например, их стоимость может быть выше в разы. Это мы видели на примере вот той самой звезды коллекции. Ну, конечно, при наличии соответствующих документов. А их грабители тоже унесли вместе с фирменными коробками по заявлению пострадавшего.